смотрите, мы в рамках ремонта тротуар, господрядчик чуть-чуть ошибся со схемой. Значит, видите, что у нас подготовка, горцовка под плитку здесь проведена. Да, здесь мы оставили, то есть он специально здесь вставлял под карман. Просто не ошиблись подряд, всю подряд организацию. Поставили борт. Мы здесь давно уже обсуждали вариант с тем, чтобы, еще раз говорю, были меньше проблем с движением. У нас был резон карман. То есть мы предполагаем, ну, на, если расстояние позволит, двигаем остановку и на где-то на 2 метра сделаем заездной карман для того, чтобы у нас еще раз говорю, все большое количество здесь общественного транспорта, которое останавливается, не задерживали движение по двум полосам.